Вопросы связи во вторник обсуждали руководители территориальных органов Роскомнадзора и представители главного радиочастотного центра по Центральному федеральному округу. Специалисты подвели итоги работы за первое полугодие 2018-го и наметили планы на будущее. На территории Центрального федерального округа находится 1500 операторов связи. Фактически это половина от всех операторов на всей территории Российской Федерации. Сложность заключается работы с ними не просто в том, что необходимо им передать агент, нужно легитимно его оформить. Специалисты главного радиочастотного центра по ЦФО отметили, на высоком уровне прошли мероприятия по организации чемпионата мира по футболу, не обошли вниманием и систему контроля «Ревизор». Ее внедрение начали в 2016 году. Система проверяет, закрыт ли доступ к запрещенным сайтам. Все мы знаем, что 126-м федеральным законом о связи в обязанности оператора входит ограничение доступа к запрещенной информации, а также обязанность по установке на своей сети так называемых технических средств контроля. Этими техническими средствами контроля являются аппаратные программные агенты системы «Ревизор». В соответствии со 149-м федеральным законом определены требования по ограничению доступа к, определены требования к информации, которая считается в Российской Федерации запрещенной и подлежит ограничению доступа к такой информации. Также специалисты напомнили, впереди выборы. Задача филиалов – обеспечить законность проведения избирательных кампаний. Мария Метлицкая, Антон Осипов, РТВ Иваново.